Приветствую, мои дорогие подписчики, а также все гостей моего канала. Ребят, всем привет! А если впервые зашел на мой канал, ну так получилось, то обязательно оставайся, подписывайся, ставь лайк, ты зашел туда, куда нужно. Тут ты увидишь очень много интересного контента. Ну а сегодня, ребят, для вас покажу противостояние двух нереально крутых гильдий. Первая у нас гильдия Альфа и вторая Леон Тим. Они сейчас вам, ребят, покажут вам очень хорошую, интересную игру. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я долго их искал. Очень хорошая гильдия, ребят, реально очень хорошая гильдия. И я думаю, они реально, ребят, сейчас вам покажут хорошую игру. Так что обязательно, ребят, обязательно поставьте лайк, поддержите эти команды. Я так думаю, в принципе, они отыграют сейчас очень-очень хорошо. Так, ребятки, пожелаем всем удачи. Ну что, ребятки, первая команда у нас из Альфа Тим. Синяя. И вторая команда у нас из Леон Тим. Ребятки, очень две легендарных и очень хорошие гильдии. Я так думаю, сейчас, ребятки, они покажут вам, кто же, где и какой скилл у них есть. Так что обязательно, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Для вас стараюсь. Ну что, ребятки, у нас из команды Альфа у нас пытаются держаться вместе. Будут, скорее всего, чекать фланги, чтобы к ним не зашли в спину из команды Леон Тим. Да, держатся они вместе, будут заходить в здание. Да, заходят они в здание, потихонечку отыгрывают. Да, Леон Тим у нас понимает, что команда из Валь Альфа у нас внутри поднимается из Альфа Тим поднимается на самый верх, что? И будут отыгрывать сверху. Ничего себе, вот это, ребят, новость, вот это вот новость. Что будет предпринимать нас Леон Тим, что же они будут делать? Подниматься наверх, я так думаю, нет смысла. Да, их заметили. Из Леон Тим их заметили и, скорее всего, будут ждать, пока они спустятся. Я не знаю, ребят, что же тут делать, я не знаю. Один из Леон Тим решил подняться, его, скорее всего, будет нокать. Да, его нокают. Нет, не нокают. Красавчик, красавчик, Леон. Красавчик, олигарх, пока, в принципе, еще живой. Я думаю, сейчас будет первый к ноке. Нет, пока держу, ребят, пока держу. В принципе, все понимают, игроки, где уже находятся. Оба два состава. Да, из Леона Тима одного кнокают и, скорее всего, будут поднимать. Олигарха кнокают, будут поднимать. Даксон, дружище, не раш, Даксон, не раш, ребятки. У них позиция очень плохая, им нужно будет спускаться, так что, ребят, лучше бы спустились вниз. Ну что, ребятки, это уже их, скажем так, тактика, каждый придерживается своей тактики. И у нас Азат у нас очень хороший игрок, ребятки. Накидывают по команде Леон Тим. Азат, ребят, очень топовый игрок, так что я так думаю, ну я его, по крайней мере, он мне очень сильно так выделился. Что делать, Леон Тим, он забегает с левого фланга, будет рашить, скорее всего, один уже нокают, двоих вэх из-за Леона Тима нокают, троих уже нокают, что творят просто альфы, что творят альфы, четвертого будут добивать тоже. И, ребятки, у нас получается, скорее всего, возьмут у нас первый раунд из команды альфа. Да. Да, берут у нас первый раунд команда Альфа. Ну, ребят, это была большая глупость у Леона Тима забежать к ним наверх. Потому что, я так не знаю, если у тебя противники чекают стороны и к ним забегать, ну, я думаю, это как минимум, не знаю, небезопасно. Но это уже, ребят, ихняя тактика. Ребят, сразу прошу прощения за мое комментаторство, если что-то где-то ошибаюсь или что-то говорю, сбиваюсь. Ребят, я турики не комментирию, но решу для себя так попробовать, эксперимент сделать. Так что, ребят, не судите строго и сразу извиняюсь. Извиняюсь, если что-то говорю неправильно. Бывает, поправляйте. И, ребят, обязательно пишите в комментариях, за кого вы болеете. Ну что, ребятки, двое из Альфа Тима бегут по левому флангу. Азат у нас, Азат накидывает и сразу кнокает из Леона Тима олигарха. Вот это, я вам говорил, что, ребят, Азат просто нереально топовый игрок. Он очень красиво отыгрывает. Очень красиво отыгрывает. Вообще, нереально. Молодец, молодец. Ну что, ребятки, из Леона Тима у нас, скорее всего, будут играть в сейве. Да, двое. Что делает Даушер? Что делает Даушер? Лутает своего тиммейта. Забегают оба. Ребят, три тиммейта из команды у нас Леон Тим будет сидеть в курятнике. Да, к ним подтягиваются уже Альфа. Подтягиваются. Будут, скорее всего, зажимать. Или будут взять зон, не знаю. Пока неизвестно, что же будет предпринимать команда Альфа. Понимает, что они все находятся, в принципе, наверху. Все понимает. И у нас получается, по Леон Тим накидывают из Альфа участник. И не успевает нокнуть, не успевает. Нормально отхиливается, бегает наверх. Что творит у нас команда Альфа? Просто одного нокает. Нокает. Нет, пока все живы. Выпрыгивает, нокает и из Леона Тима одного альфа. Нокает нового участника из Леона Тима.
И добивать, скорее всего, Альфу тоже буду добивать. Да, да-да-да. Что творит просто, что творят тиммейты? Будут поднимать, да, Альфа подняли своего тиммейта. Да, а Альфа будет добивать нашего участника из Леона Тим. И у нас, ребят, преимущество 4. Да, у нас преимущество. То есть у нас получается 2 в 1, Альфа побеждает. 2 в 0, точнее, прошу прощения. 2-0 у нас побеждает команда Альфа. Ну, молодцы, молодцы, молодцы. Из Леона Тим пока еще ни одного килла даже не сделали. Но, ребят, я думаю, что вы все поддержите лайком, подпишитесь на канал, напишите в комментариях и поддержите эту гильдию. Но, ребят, честно, гильдии очень топовые. Хорошо отыгрывают. Я думаю, что, в принципе, они еще покажут вам очень хорошую, интересную игру. Ну что, ребятки, из команды Альфа будут спускаться понизу, спускаться вниз и будут отыгрывать, скорее всего, снизу. Да-да-да. По безопасной зоне не передвигаются, по траектории по безопасной зоне передвигаются они через стенку. Азат, Азат у нас, Азат очень хороший игрок. Видит противника, скорее всего, будет накидывать. Нет, не успевает кнопнуть. Сейчас, ребят, встретится у нас Леон Тим поднимается кверху. Нет, обход с правой стороны. Не успел увидеть, увидеть. Леон Тим видит одного участника, но не... Все, Леон Тим, скорее всего, будет нокнуть, да. Азат зажимает и добивает, да, будут добивать они одного участника из Леона Тима. Да, добивают, и у нас преимущество у Альфа. 4 в 3, ребят, 4 в 3. Держатся пока вместе, пока держатся вместе. Почему-то из Леона Тим все куда-то разбежались, непонятно куда, но я так думаю, что они знают, что делают. Ну что, начинают они тупо просто искать участников из Леон Тима. Так, встречается, у нас встречается из Альфа. Да, не попадает, не попадает. И скорее всего будет нокаться. Нет, что творит Леон? Леон Тим нокает одного из Альфа. Что творит? Что творит? Леона надо поднимать. Леона нужно поднимать. Поднимать, 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 поднимайте, поднимайте. Спрыгнул, да, что творит Альфа? Одного нокает из Леона Тима. Добивать не будут, добивать не будут. Нет, добил, добил. И это, ребятки, третий раунд за Альфа. Я не знаю, что творят эти команды. Что творят эти команды? У нас получается, ребят, 3-0. 3-0. Давайте, ребятки, это сейчас будет что-то. Но, ребятки, ребята очень скилловые, очень хорошие игроки. Я так думаю, что, в принципе, вы должны поддержать как минимум их лайком. Просто за их старание. Как минимум. Так, ну что, что творит у нас из команды Альфа? Уже накидывает по команде Леон. Уже понимает, в принципе, где они находятся. С правой стороны будет, скорее всего, с левой стороны будет, скорее всего, обходить у нас Леон Тим. Накидывают по Акимбаеву, накидывают, но успевает присесть, засейвиться через стенку, ставить стенку. И пытается Акимбаев накидывать с дробаша по команде Альфа. И да, Акимбаева ложит, Акимбаев у нас нокнутый. Будет, скорее всего, его добивать. Граната все-таки добьет. Да, что тут Альфа, Леон Тим, еще одну нокнут с гранаты. Да урэш нокнут из гранаты и, скорее всего, будет его убивать. Да, убивать его с гранаты. Леона Тима будет поднимать. Что творит Даксон? Даксон заходит в спину и просто ложит одного из Альфа. Красавчик, что творят? Что творят? Вот это, ребят, жестко. Вот это жесткое противостояние, ребят. Альфа нужно поднимать. Альфа нужно поднимать. Леон Даксон ложит одного. Ложит второго. Что творят Альфа? Просто красавчики, красавчики. Леон тоже давайте. Молодцы. Вот это, ребят, вот это я понимаю замеса. Вот это я понимаю замеса. Будут поднимать тиммейта своих, будут, да, будут. Или не будет? У нас получается один в один. Один в один кто же? Азат или... Или Олигарх? Кто же кого? Кто же кого? Азат очень скилловый игрок, ребят. Азат очень скилловый игрок. Я так думаю, даже победит у нас Азат. Давай, Азатик. Я в тебя верю. Будут поднимать. Даксона будут поднимать. Да, поднимать Даксона. У нас преимущество уже у Леона Тима уже 2 в 1. Но, блин, вот это, ребята, уже плохо. Вот это уже плохо. О, Даксона чуть не положили. Получил в голову, чуть не положили. И у нас ложит. Азат одного из противников. Леона ложит, конечно, буду добивать. Нет. Да, все, зона его съест, нормально. Получается один в один, ребят. Один в один, давай, Азатик. Ребят, болею за... Если болею за Леона, ребят, то проигрываю. Кто проигрывает, конечно, за тех я и болею. Но Азат очень скилловый игрок, ребят. Очень скилловый игрок. Сейчас вы сами все, в принципе, увидите.
Олигарх должен победить его. Должен зажимай! И да, получается, есть, получается. У нас получается один раунд берет команда Leon Team. Фу, ты тут красиво, да. Азатик, конечно, немножко тупанул. Ошибка его, на что он зашел за зону. И очень его покрепила зона. Много съела ему хп зона. Но ничего, Азатик, я так думаю, сейчас наверстает упущенное. Ну что, ребята, у нас получается 3 в 1. В пользу у нас Альфа. Альфа берут у нас 3 раунда. Leon Team зажимают у нас, берут 1 раунд. Ну, я так понимаю, сейчас все должно нормализоваться и будет, скорее всего, отыгрываться из команды Leon Team. Leon Team, короче, в общем, сидит за машиной и чекает левый фланг. Да, замечает из команды Альфа, где они находятся, приседают. Все понимают, в принципе, что вылазить нет смысла, потому что игроки там скилловые. Сразу нужно получить и в голову. Но я, по крайней мере, бы не вылазил. По олигарху уже накидывают. Мадрик уже накидывает. Леон, из Леона Тима олигарх пытается огрызаться. Типа, ты что по мне стреляешь? Так что, ребятки, пока еще никто не кнопнутый. Дамаг немножко, скажем так, чуть-чуть себя попробовали. Немножко дамага друг другу нанесли. Даксон у нас, скорее всего, хочет зайти в спину, в Мадрик, да? Мадрику в спину с Леон Тим хочет зайти, да? Но пока посмотрим. Ой, олигарх чуть не отъехал. Олигарх просто чуть не отъехал. Пока живет. Пока еще живет. Вырубила зона? Что? Вырубила зона? Что произошло? Я так и не понял. Из одного участника. Красичный Дакс зашел в спину. Ложит Азата. Что творит Дакс? Ложит второго. Что творит? Ложит еще. Что творит Дэксон? Из Leon Team, что он просто творит? Что творит Даксон? Он просто разваливает. Это просто что творят Leon Team? Я же говорил, это будет жестко игра, ребят. Я же говорил, это будет очень жестко. Молодцы, Leon Team просто разорвали. Ну что, у нас получается 2 в 3. Вот это красиво. Молодец, Даксон просто зашел в спину и начал всем накидывать по головам. Вот это нереально красиво, ребят. Вот за этим стоит поставить лайк. Мне так бомбить, я не могу. Как будто сам там нахожусь и со всеми стреляюсь. Ребят, очень переживаю, сердце стучит. Давайте, ребята, болею за тех, кто проигрывает. Так что болеем пока за Leon Team. Давайте, ребят, хочу первая команда с Leon Team держится. Точнее, Альфа держится вместе. Уже получается, что Leon Team уже накидывает по Альфа. Уже понимает, где находятся противники. Уже знают они. Пытаются отыгрываться от сейва. И за Мадрик поднимается наверх. И будет, скорее всего, отыгрываться сверху. И говорить команду инфу, где находятся у нас противники из Leon Team. Посмотрим, ребят, что же сейчас произойдет. Пока, в принципе, все они отыгрывают от ангаров. Видит. Олигарх в виде находится у нас из участников Альфа. Участник Альфа в виде находится. Ну, не попал по нему. Ну что, ребят, Акимбаев у нас с левого фланга, скорее всего, будет заходить в спину. Да, обходит он команду. Альфа обходит и не спорит. Они его, скорее всего, не замечают. Скорее всего, будут заходить в спину. Что сейчас произойдет, ребята? Смотрим. Закидывают гранаты. Гранаты не долетают. Нет, долетают. Сейчас прием дамаг нанесут. Нет. Закрывается стенками. Молодец. Засейвился со стенками. Красавчик. Так, у нас 3 участника. 3. Да он шеф, скорее всего, да, отъезжает. Проблемы с интернетом, да, у него. Давайте, ребят, должны. Leon Team, вы должны сделать это красиво. 4 в 3. Ну, ребят, все еще возможно. Что творит Даксон? Только один. По Даксу накидывают, не успеет на стенку поставить. Ставить стенку, сейвить себя. Мадрик накидывает по Леону. Leon Team пытается засейвить. И, скорее всего, будет зажимать его. Да, его ложат в кнопку. Да, сразу забивают. Минус Leon Team. И будет, скорее всего, убивать. И следующего участника. Да, Азата ложит вдвоем. Зажимает вдвоем из Leon Team. Зажимает одного Азата. У нас получается 2 в 2. Вот это красиво. Закидывают гранаты. Получается 2 в 2. Уходите в зону, чтобы зону поджимать. Вот это сильно, ребят. Вот это я понимаю. Катка. Одного ложь, скорее всего, будет зажимать. Что творит? Просто. Дакса, давай, сделай красиво. И Альфа побеждают. Альфа делают раунд. Вот это жестко. Ребят, поставьте лайк
и подпишитесь на канал. Сейчас будет матч реванш. Вот это жестко. Вот это жесткая игра, ребятки. Альфа Тим побеждает. Первый раунд они берут. Вот это жестко. Ребятки, мы приступаем ко второму раунду. У нас начали второй раунд, ребят. Начали второй раунд. У нас будут соревноваться две гильдии. Леон Тим и вторая гильдия у нас Альфа. Очень топовые гильдии, ребят. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Сейчас у них матч реванш. Первую гильдию, первую катку они затащили. Альфа. Сейчас у них играют уже у Леона Тима. Уже играют четвером. И, ребят, пока никто не кнопка, начинается раз друга, они, в принципе, видят. Заходят другу впритык и... И, скорее всего, одно из... Да, нет. Нет. Первое из Леона Тима одного кнокают. Второго тоже Альфа кнокают. Скорее всего, будут поднимать. Да, одно поднимают. Из Леона Тим забегает и, скорее всего, будут добивать. Да, заходит и добивает. Из Альфа добивает всех, пытаются участников. Молодцы. 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 Леоны красавчики. Просто разорвали Альфу. Просто, ребят, напоминаю, что у нас Леон Тим играла в первой катке. Играла у нас в меньшинстве. У них было трое участников. Сейчас они играют 4 в 4. Ребят, сейчас будет реально крутой раунд. Реально крутая игра. Сейчас они покажут все-таки, кто на что способен. Как всегда говорю, решает скилл. Потому что, ребятки, обязательно пишите в комментариях, за кого болеете. За Альфа. Очень две топовые гильдии, ребят. Очень хорошо играют. Обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, за кого вы болеете. Ну что, ребятки, у нас из первой гильдии, из Леона Тима, заходит впритык. Не успевает нокнуть. Леона нокнут. Куда побежал? Конечно же, его, конечно, будут сразу добивать. Нет смысла поднимать, стенок нету. Хорошо, хорошо, хорошо. Леон Тим одного нокнут из Альфа. Да, Леона тоже еще одного нокнут и будут добивать. Все, преимущество у нас 2-2. А, из Альфа еще одного нокнут. Красавчики, что творят Леон Тим? Обход с правой стороны из Альфа участника и будет забросать на кого-то. И не успевает дробаша, он кнопнет участника из Альфа. И у нас получается, 1 в 3, да? А нет, получается 2 в 1. 2 в 1. Первый раунд у нас взяли команда Леон Тим. Ну что, ребятки, посмотрим, кто же кого, кто же кого. У нас получается 1 в 1. Ну что, ребят, подпишитесь на канал, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, за кого вы все-таки болеете, за гильдию Альфа или за гильдию Леон Тим. Ну что, ребят, смотрим. Так, модрик у нас воюет обязательно, ребят. Я вот обязательно, ребят, мне важно ваше мнение. За кого вы болеете, за кого у вас переживает, не знаю, душа, ребят. Так что обязательно, обязательно пишите ваши комментарии. Ну что, по Акимбаеву накидывает из гильдии Альфа с Дигла. Да, с Дигла накидывает. Ну, у Акимбаева, скорее всего, нет. У него есть юмп. У него еще есть юмп на... Да, это была его ошибка. Ну что, ребят, побеждает у нас команда Альфа. И получается у нас 1 в 1. Ну, это была, ребят, глупость. Это была глупость выходить... к нему, когда он начинает по тебе настреливать, ребят. Я думаю, тут сейчас ребят соберутся, возьмут всю силу в свои пальцы и начнут уже отыгрываться. Уже отыгрываться и покажут сейчас нам всем хорошую игру. Ну что, сейчас посмотрим, что же, какая тактика у них, чему же они придерживаются. Придерживаются они тому, что трое из Альфа-тима забегают наверх, да, будут чекать они сверху, где находятся участники, четверо будут чекать. Двое из Леона Тим тоже, один поднимается вверх, второй чекает тоже ихнюю респу, тоже будет чекать. Скорее всего, пока они еще не знают, где кто находится, нет, знают. Настреливают по Альфа и уже один кнок. Скорее всего, его, ой, это его ошибка, ребят, это его ошибка, просто залезть наверх. Это реально очень его большая ошибка. Да, спринт, его поднимут, его будут поднимать. Нет, из Леона Тима будут поднимать, скорее всего, будут добивать его. Да, добивать. И все, Леон Тима тоже два нокаут и добивают еще одного участника с Альфа. У нас получается 3-3. Из Леона двоих нокаут, из Леона Тима двоих нокаут. У нас получается 3 в 1. Да. И у нас, скорее всего, возьмет этот раунд Леон, да. Нет, Альфа, перепутал, ребят. Возьмет, такая перестрелка, просто, ребят...
Пожалуйста, не судите строго меня, комментирую не так часто, так что сразу извиняюсь за свой французский. Ну что, ребятки, Альфа взяли второй раунд, красавчик, красавчики. Напоминаю, ребятки, обязательно пишите комментарии, за кого вы болеете. Так, простите. Ну что, давайте, ребята, уже берите, ребят, всегда болею за ту команду, которая проигрывает. Леон Тим, давайте берите уже, не знаю, наверстайте упущенное. Давайте уже начинайте уже отыгрываться. Ну что, ребятки, из Альфа, скорее всего, забегает, да, забегали в курятник. И будет уже отстреливаться сверху по нашим участникам, противникам из Леона Тим. Да, уже накидывают, по... Да, урэш какой-то по команде, скажем так, Леон Тима. И, у, кстати, у команды Дексона, у просто Дексона повалили, кнопнули. Да, его будет поднимать один из Альфа. Бежит быстренько добивать, но это большая ошибка. Уходи, уходи, не уходи, уходи, успеет, а не успеет поднять, уходи. Да, успеет, успеет отойти. Не будет у него, будет просто стенки. Нет, 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 нет. Стеночка просвет. Из Леона Тим двоих нокут из Леона Тима. Что творит Альфа? Что творит Альфа? Просто, Мадрик, что творит? Просто красавчик, красавчик. Будет поднимать, Кнокут еще одного из Леона Тима. И это все, это минус. Это минус. Команда Леон Тим. Просто красавчики. Да. Трипл килл сделал у нас Азат. Просто красавчик. Вот тут я понимаю, ребят, Азатик что сделал. Ну, у нас получается 3 в 1. Блин, ну, надо что-то с этим делать. Альфа, красавчики, спора нет. Но Леоном вам, ребят, давайте уже начинайте потихонечку отыгрываться. И начинайте уже показывать хорошую игру. Давайте, ребят, соберитесь. Ребята, напишите обязательно комментарии и поставьте лайк обязательно, за кого вы болеете. Ну что, Альфа уже начинает накидывать по Леону Тиму, уже в принципе понимает, где они находятся. Взяли фланги из Альфа, взяли фланги и чекают с окна. Из... Офигеть, что творит Азат? Азат ложу, Акимбаева уже ложь, закидывает гранату и скорее всего... Нет, красавчики, тут стенка, да, не будут нокать, поднимают, успеет поднять. И поднимают, молодцы, поднимают за одного участника Леона, будут убегать, не рашьте, ребят, пока не рашьте. Вот это жестко, ребят, это жесткий. Что творит просто Азат? Просто Азат накидывает по всем. И скорее всего, нет, не успевает кнопку из Леона Тим, не успевает. Уже двое участников из Альфа наверху на крыше. И будет сейчас справа. Мадрик будет сейчас справа, как всегда, заходить и будет, да. Заходит с дробаша? Нет, отошел. У нас пока все живы, И что получается? У нас получается из Леона Тима одного кнокают. Будет поднимать. Будет поднимать. Подняли. Хорошо. Из Леона Тима будет убивать, да. Нет. Леон Тим все-таки зажимает. Из Альфа. Леон Тим одного убивает. Офигеть. Леон Тим еще один кнокнут. Альфа тоже лежит. И у нас получается Леон Тим пока держится вместе. Так, Леон или Альфа? Кто же кого? Ошалеть. Вы видите, что творит просто Мэдрик? Что творит этот Мэдрик? Он просто разрывает всем просто голову. Ребят, ну это жестко.